Здравствуйте. Приятно вас снова наблюдать. Но вы не меняетесь? Правда? Вы не меняетесь? Это вы... Я не стану брать никого. Буду говорить, что вы молодеете. Хорошо ведь, это было брони. Но то, что вы не меняетесь, не меняетесь. Только что появились эти снимки, которые были сделаны в Петербурге, в Фонтанном доме, по случаю моего концерта в Фонтанном доме с моими детьми и в присутствии премьер-министра Франции и многих министров. И это было замечательное событие, потому что я привез свою консерваторию из Парижа как представитель Франции. Посмотрите. Как вот именно мифологическая фигура, это работа. Все закрывается, очень будет популярно, очень понравилось. И сейчас поедет в Петербург в фонтанный дом. Вот словно. 1 октября мы ее разберем и где-то в середине октября поедет. А какое вы приняли участие в выставке о праздне Бориса Петровича в Кусково? Вы послали много вещей, да, портретов. Да, то, что могли дать, то дали. Вам вернули? Ну, пока еще нет, выставка продолжается. Еще вдобавок, вы знаете, что я создал кадетский корпус у Иванова. Вы мне говорили? И Борис появился в Фонтанном доме в мундире кадетского корпуса. Это было просто невероятно. Вот, и потом, значит, я вам подробно опишу, не буду, я вас безумно рад видеть. До свидания. Будьте, вы знаете, я всегда вас с радостью встречаю. Желаю всего доброго. Хорошо, деток целуете? Обязательно. Отделим, да, этих... Это лапти, да? Нет, да, вроде. Музейные тапочки. Тапочки, да. Вся входящая и двое. Первый раз, что я сюда приехал, мне отказали. Почему? Мне дали разрешение к себе попасть в первый раз без тапочек. Ну, это даже неинтересно. Она практически не вставлялась очень-очень много лет, если не сказать там... Этого никогда не видал. А да. Это икона ее? Это, нет, это из нашего фонда, но она не ее, но она сюда очень уместна. А у меня дома один из таких отлив отсюда. Наш император, который посетил Останкинский дворец. Легендарная фигура. Как изменилось с тех времен. Наша галерея еще совсем не закончена. Тут много еще осталось работы. Вы знаете, приятно обнять эти колонны, которые столько видели красоты, столько видели людей благородных. Волшебные. Это как перья, как искра. Я просто в восторге смотреть на такие изделия. Радуюсь. Спасибо большое. А можно поцеловать тебя?
И это во имя всех остальных. Можно? Спасибо вам. И что же вы сейчас пьете? А сейчас Камиль Сен-Санс «Лебедь». Спасибо вам. Вы знаете, вы играете почти все, все темы музыкальные, которые мне дороги. И этот инструмент особенно для меня дорог, потому что мой отец был тоже виолончелистом. И привез из России единственную вещь, которую ему позволили вывести из этого дворца, это свою виолончель. Которая виолончель была создана, так говорят, создана? Создана. Монтаньяно, знаменитым Монтаньяно. И эта виолончель продолжает звучать. Я вам действительно желаю, чтобы вы когда-нибудь исполняли для наследницей Плесецкой или Маркаровой этот же мотив, и перед вашими глазами будут все эти трепетные жесты лебедя, которые дороги всем любителям искусства и красоты. Поэтому я вам желаю когда-нибудь участвовать в таких оркестрах. Это ваша цель, да? Спасибо. За такое пожелание. Спасибо вам. Михаил Глинка. Дуэт «Сомнений».
Это звучат очень романтичные темы, которые вы подобрали, конечно. Может быть, даже не знаю, что я увлекаюсь этими темами. Но вы чувствительный человек, и вы, наверное, поняли, что я здесь нахожусь в таком месте, где только можно такими темами интересоваться и их вспоминать, потому что это не первый раз я, конечно, вспоминаю и слушаю. А в этом месте, быть в том месте, где столько красоты было просто подарено всем и семейным членам моей семьи, и всем их гостям, и всем людям, которые присутствовали на этих праздниках, перед, и перед портретом прабабушки, которая здесь играла, здесь пела. Это просто, это меня берет потрясение и громадное желание высказать мою эмоцию и благодарность за все то, что вы мне даете послушать. И я убежден, что все те, которые за мной, тоже делят это чувство привилегии быть в этом месте, в этом замечательном театральном месте. И мы привилегированные люди. И спасибо вам за то, что вы мне даете такую радость. Спасибо вам большое. Спасибо вам. В следующей неделе. Сегодня утром я вернулся из Курска, где проводился фестиваль Свиридовского фонда. И это было замечательное исполнение хоровое, конечно, потому что он был большим композитором хоровой музыки духовной. И там тоже царствовала красота. И я просто с корабля на бал. Вчера Курск, сегодня Останкино, завтра Евпатория, послезавтра Париж с моими учениками. Так что я счастливый, благодаря вам я счастливый человек. И наш горячо любимый композитор Рахманинов. А, ну тут вы уже затрагиваете мое сердце. Thank you.
Вы исполняете очень знакомые вещи. Это всем нравится. В вашем лице я хочу всех поблагодарить. Хотелось бы каждому выразить свою благодарность. В всяком случае, вам. Спасибо. Спасибо за добрые слова. Руководитель, за ту работу, которую вы исполняете, и которая вам дорого, но с результатами. Спасибо. Так что спасибо. Поздравляю всех вас. Я полагаю, что вам страшно холодно. Нет? Еще? Немножко. Наверное. Ну, согрейтесь, пожалуйста, чтобы вас, чтобы не болеть. Бегите одеваться. Быстренько. Прошу. Это наше творчество 18 века, которое было посвящено как раз театру, музыке, искусству. Люди, которые здесь прошли, были просвещенные, были из всех средах народа. И все мои родственники всегда здесь и в других местах исполняли музыку, композировали, любили и не только привлекали крепостных, как мою прабабушку, но и остальных самых выделяющихся членов крепостного мира, и которые здесь обучались, которые получили образование, которые вышли в люди благодаря и Шереметьевым, и их средствам, потому что на это нужно были средства, на желание. Поэтому это место просто из себя представляет такое гнездо, где родилась и культура русская, и красота. Поэтому я должен сказать, что это хорошая идея меня, как ректора консерватории имени Сергея Рахманинова Парижа, привлечь сюда, в это место, которое для меня радостное и восхитительное. Поэтому это хорошее совпадение. Париж, Москва, мои отношения с Россией и в имени Франции. Теперь в имени страны. Я не знаю, если вы знаете, но я не просто французский гражданин. Недавно Владимир Владимирович Путин мне вручил российское гражданство. И значит, я теперь очутился снова у себя. Официально. И это непростое событие. Я обращаюсь ко всем, которые могут меня слушать, или которые узнают, что я хожу теперь под тем же флагом, что и те люди, которые будут слушать или смотреть это событие, его присутствие в этом доме, мы вместе должны сохранять искусство, образование и красоту нашей страны, которая в этом доме так выросла благодаря, конечно, тоже Шереметьеву. Алексей Варламов, писатель, который... Вот ты писатель. Вот тебе хотелось бы... Я не ожидал такого молодого писателя встречать. А какое у вас было первое впечатление от Советского Союза? Насколько оно совпало с тем, что вы ожидали, там, читали, слышали? То, что нет, не совпало с тем, что я знал уже. А в какую? В лучшую, в худшую сторону? В худшую, конечно. Худшую. Да. То есть здесь все оказалось хуже? Я должен тут же вам сказать, что я был в трепете, когда я вернулся сюда. То есть я не вернулся, я приехал в первый раз сюда. И меня встретили довольно весело.
Один пример. Одна из тех чиновников, которая проверяла мои чемоданы, мои бумаги, она так растерялась, что она сказала: «Знаете, я никогда не видела аристократов живых. Из чего они всех их убили до этого?» И поэтому она забыла поставить штемп на мои бумаги. И потом для меня было очень трудно выехать, потому что не было этой печати. Ну, потом все это, конечно, изменилось, и я больше не приезжал до 1984 года. И с 1984 года я возвращался регулярно, аккуратно, каждый месяц. Но я возвращался на почве музыки. Угу. Как вам кажется, вот то внимание, которое вы уделяете России, это типично распространено среди русской эмиграции? Или ваш случай все-таки такой исключительный? Потому что у меня ощущение, что все-таки это исключительный случай. К сожалению, эмиграция вот вы, как к сожалению, сила правы. Какая-то не вернулась в Россию. Вы к сожалению, правы, хотя это я должен дать справедливость тем моим знакомым, которые были посланы своими обществами участвовать в экономической жизни России или с компаниями, которые были включены в развитие, например, как это называется, углевые, ну, в центр Сибири. Добыча угля. Добыча угля. И нефти и так далее. Угу. Все эти люди достойно показали свой интерес в пользу иностранных компаний, и эти люди приняли участие в этом. Я до 1984 года ощущал, несмотря на то, что я уже создал отношения между Россией и Францией, как личный человек, не через консерваторию, потому что консерватория отказывалась иметь отношения с Советской Россией. Я, наоборот, решил, что нужно создать эти нити. И личным образом уже 20 лет тому назад начал гораздо раньше, чем все остальные, иметь эти отношения. Но я не могу сказать, что я себя ощущал, я не был русским. Во-вторых, меня принимали как иностранца до сих пор. Вы же иностранец. Когда а это обидно? Обидно? Да. Я считаю, что это сплошной позор, такие говорить вещи. Мы создали русскую культуру, мы Шереметьевы. Если кто-то, это, по крайней мере, они. Мы в таком месте, где видно, что основали и культуру, и инструменты этой культуры, и с людьми, которые были обучены нами, которые вышли в люди благодаря средствам Шереметьевы. Все это имеет смысл. Но нас до сих пор не признавали. Нас не признавали как членами этой страны. Я это не напирал на это. Но говорил. Но не только говорил, а действовал. И потому что я действовал и продолжаю действовать, поэтому мне Владимир Владимирович Путин вручил, с неба свалившись, российское гражданство. Я, значит, теперь могу официально здесь быть как российский гражданин. Я русский, но недавно стал членом этой страны.
что нужно участвовать. И нужно показывать, что мы действительно из себя представляем. Потому что многие думают, они уехали, потому что у них были деньги, они продолжают жить как барины, они недорезанные буржуи и так далее. Это неправда. Мы в нашем горе мы смогли получить замечательное образование, и мы стали людьми, которые независимы, которые свободны, которые имеют опыт, которые имеют связи, которые имеют отношения совершенно... Я в моем случае считаю, что я был привилегированным человеком, потому что я родился среди пять вероисповеданий. Мусульманское, католическое, протестантское, русское и, скажем, четыре. Тут я научился толерантности, понимаете? И это мне дало большой плюс. Поэтому, с одной стороны, это хорошо, что мы научились на нашем горбу всему этому, а с другой стороны, конечно, жаль, что нас так долго обидели. Это несправедливо. Отказывать нам, Шереметьевым, во всяком случае, извините, я опять возвращаюсь к этой семье, отказывать быть членами этой земли. Спокон веков мы же создали эту землю, мы ее защищали. Недаром я внук Кутузова, правнук Кутузова, Суворова, Шереметьева, Александра Невского, Владимира Мономаха, Ярослава Мудрого. Это значит, что мы приняли участие в истории этой страны, как никто. Мы можем говорить об этом. Мы имеем право.